Всем привет, всем доброе утро. Я уже вкусно позавтракала. Кофе, блинчики с творогом. И сейчас мы с дочкой направляемся в Икею. Хотим посмотреть, что-то, может, новенькое появилось, кухню. А, кстати, меня спрашивали, у меня одна дочка или нет? У меня одна дочка, ей 27 лет. Ну, где-то в лет 30 мне очень хотелось еще детей, ну, ребенка. Но не получилось. У меня уже даже были мысли взять из детдома ребенка. Все равно мальчика, девочку. Но, видимо, я только одна этого хотела. И не получилось. Но зато в 40 лет я уже стала первый раз бабушкой. А потом... Через 4 года я уже стала дважды бабушкой. А потом опять через 4 года я уже стала трижды бабушкой. Так что насладилась вдоль. Наконец-то добрались. Для компьютера подставка 6 евро стоит. Вот так она выглядит. Такие маленькие мини-растения искусственные. Такие упаковки 2,49.
какой интересный навес такой. Сидишь на улице, накрыл, и никакие насекомые не страшны. Вот дочка хочет такой столик заказать, купить. У них кухня небольшая, и он раздвигается, этот стол. 140 евро. Только стулья другие подобрать. А так, в принципе, к ним кухня подойдет, свет такой. Мыли к столу вот такой стул. Тебе один или два? Только белый. Белый. 10 евро стоит. Ну да, два влезут. Да. Больше уже не влезут. Мне понравился вот такой круглый стол и стулья. Стулья сколько? 90 евро, можно сказать, стоит. Красивый, да? Ну, я не знаю, в квартиру, наверное. А стол 180 евро. Ну да. Ну как, какой еще вариант? Такой или такой, да? Только на белый, да, стульчик? Или беженький. Наверное. Мне кажется, такой больше. Беженький пачкаться. Ну, да. Мне кажется, лучше посветлее. Лучше, да, но... Единственное, пачкаться, если дети будут там лазить. Постирать-то можно, просто что это вечно стирать его. Ну да. А так с белым было бы красиво. Мне кажется, такой, конечно, красивее. И ты не достать этот стул. Это еще такой. Это голубой или серенький? Синий. Настя. Все-таки выбрали белый. 5 евро стоит. Долго думали и решили. Вот светлые кухни. Мне вот такая кухня понравилась, светло-серая, интересная. То я в эту кухню влюбилась, такая чисто белая. Красивая. Как посуда разложена. Так, цвет красивой кастрюльки. Ну, хиленькая, да.
Это красиво. Сколько стоит такая? 25 евро. Это 18 евро. Черная кухня. Не, красиво, но мне не нравится черная. Какая еще белая кухня есть? Ну, там мне больше понравилось. Сколько цветов. Даже на потолке. Как интересно сделано. Смотрите, какая красивая декоративная лампа. 50 евро стоит. Эти надо взять деревянные, очень удобно для телефона или для планшета. 3 евро стоит, 2,99. Такой уголок, как будто на море. Окна выходят, и шум морской слышно. Красивая ручная работа. 25 евро. Такое постельное белье, 25 евро. Не вешалки нужны. Такие деревянные, белые, красивые. 8 штук, 6 евро. Я возьму такие. Двухэтажные кровати. Дочка ищет себе. У них места не хватает. Такую серенькую она посмотрела. Не знает, снимаются эти, чтобы постирать. Надо вот, наверное, откручивать винтики, шпунтики. Разбирать и снимать. Такая лесенка. Сколько она стоит, интересно? 138, да? Нет. Это мой матрас. 169. 269, ой, да? 200. Это без матраса. Угу. Кошечки. Сколько стоит такая? Не знаю. 13 евро. Угу. А, ну да, надо откручивать. Ага. Такая подушка интересная. Смотрите, ее можно поставить под спину, на колени, стоя можно под ноги и сидя. Какая интересная. 20 евро стоит. Что ты тут? Это я? А? Ну да, год крысы я. Тут такая подставочка есть. Вот для телефона или для планшета. 4 евро.
Здесь можно карандаш взять, метр, если надо что-то измерить. Так, отрываете и берете бесплатно. Здесь жареный сушеный лук. €29 в баночках появился. Интересные мисочки, €3. Так режете и сразу ножиком. Такая интересная терка с двух сторон. Крупная и мелкая. Трете и сразу вот за €4.49. Ножи всякие разных размеров. Вот у меня такой ножик. 365 плюс. Интересные бокалы. Сколько? C4. Мне вообще нравится такое. А ты номер снимаешь? А, свинка. Сушится на сушилке. Ну, мой тазик. У меня такой. 69, да? Да, такая светленькая. Мне цвет такой. А, цвет такой. Ну, у тебя кухня светлая. Мне кажется, тебе больше посветлее подойдет. Ёршики для туалета. Смотрите, с двух сторон. €3 стоит. А зачем для с двух сторон? Интересно. Может, кому надо? Такой коврик симпатичный. Прихожую. Сейчас, подожди. Тут обед за 3,69 есть с 11 до 3. Комплексный обед за 3,69 с 11 до 3. Да. Пойдем сейчас кофеек попьем. Кафе. Сегодня, по идее, с карточкой IKEA должно быть кофе бесплатно. Здесь напитки. А здесь пирожные всякие разные. Хочу медовое пирожное. Что здесь мало салатов выбора, да? Закуски рыбные. Здесь горячие. Это пирожные. Какой еще десерт тут? Кстати, здесь в IKEA, вот если есть такая карточка, то по рабочим дням кофе бесплатно. Вот мы за все заплатили. €7.27. А здесь сок детям, такую пачку, до 12 лет дают бесплатно. Мы вот сели, здесь как раз детская комната. Круглый стол. Такой вот уголок детский.
Здесь дети могут играть, а родители кушать и наблюдать за детьми. Так-так. Вышли теперь на склад. Будем искать стол. И что нам стулья еще, да? Для кухни. Ты знаешь, как искать, да? Куда нам двигаться вообще? 23-й ряд. Это место. Сядем, будем концерт смотреть. Тачку взяли. Ну, нашла. Ну, бери. Ну а что делать? Кому сейчас легко? Это стол? Знаю. Или стулья? Это что-то. Нет, это стол. В смысле, какая-то часть. А, это часть так стала. Тебе может помочь? Помочь. Я тебя морально поддержу. Теперь ищем стулья. О, стульчики. Один. И второй, да? Молодец. На полу сидим. Все нашли. Видишь, какие мы молодцы. Едем в кассу. Нужно отдохнуть, попить чай с кофе. Кстати, мне очень нравится этот столик. Вот нам на улице, да, классно. 150 евро стоит. Он, по-моему, даже складывается. Цвет такой серенький. А стулья? 60 евро стульчик. Присаживайся, будем чай пить. Интересные расцветки тарелок. 99 центов. Еще можно купить икеевские шарики. Вот мясные. 7,79. Куриные и овощные. За 5,99. Хот-дог за 1,5 евро. За 1,29 евро есть. И мороженое за 30 центов. Что мы купили? Стол кухонный. Два стула, вот для стульев, вешалки мне 8 штук, так, дочка тряпочки купила, это для телефона 2 штуки, свечку одну, растения искусственные, и за все заплатили. Так. 194,38. Сейчас подъедет в машине и загрузим. Ну вот мы закупились. Сейчас дочка загрузит багажник и поедем дальше. Очень жарко сегодня. Здесь на улице еще такая красота выставлена возле входа. И с другой стороны. Рядом с магазином есть еще такое кафе на улице. Можно перекусить. В Икее так было свежо. Вышли на улицу, такая духота. Еще машина нагрелась на солнце. Сейчас кондиционер включили чуть получше. Сейчас приедем домой, соберем стол, стулья.
покажем вам, как было и как стало. Сейчас зашла к дочке. Это ее кухня. Такая светло-коричневая. Ну, вот этот стол старый хотим убрать и поставить новый. И новые стулья. Ну, посмотрим, как будет выглядеть. Итак, ту-ду-дум! Стол собрали, поставили. Идем смотреть. Сразу место стало побольше на кухне. И второй стул поместился. Так только один был. Совсем другое дело. И цвет подходит к этой кухне. Потом, когда Настенька подрастет, этот маленький стульчик тоже уберем. Купим третий стул. Красота. Я показываю стол твой, как красиво стало. Сразу места много на кухне стало больше.